Главный приз на престижном гран-при рисунков и первый заказ на написание портрета наш герой получил, будучи 14 лет от роду. А спустя еще 3 года в Париже состоялась его первая персональная выставка. Племянник самого Тулуз-Лотрека, водивший близкое знакомство и многое перенявший у Болдини, и главным образом Дега, прилежный ученик Флеминга и Адлера, не раз отмечавших его необычайный дар и трудолюбие, вот лишь парочка фактов из ранних лет его биографии, позволяющая судить о начальном этапе живописного творчества Жана Габриэля Домерга. Поистине, этот уроженец солнечного Бордо появился на свет, если не золотой ложкой богатейшего художественного наследия во рту, то уж точно в рубашке унаследованного творческого дарования, становление которого всячески поощряли его родители, имевшие непосредственное отношение к миру искусства. Обычный день молодого Домерга запросто мог начинаться с уроков живых классиков французского импрессионизма, продолжаться в уютном кабаре «Мулен Руж», беззаветно любимого им самим и его друзьями-постмодернистами, а завершаться в собственной студии, где наш герой усердно постигал премудрости классиков пастораль недавно минувшего XIX века. Несмотря на пылкий темперамент и свирепствовавший в Европе модерн, 20-летний Жан Габриэль был беззаветно влюблен в задумчиво романтичный жанр пейзажа. Его полотна, часто выдержанные в пастельных тонах, несомненно носили отпечаток авторской индивидуальности. Их безусловная сильная сторона – любовь художника к избранной тематике и свежий взгляд на давно знакомые ценителям аспекты жанра. Пусть и лишенные технического новаторства, но зато остроумно использованные классические приемы и в самом деле открывают зрителю интересные семантические перспективы и успешно работают на атмосферу каждого отдельно взятого полотна. И все же этого оказалось мало. Для обретения подлинного успеха, заключающегося в широком признании публики и высочайших оценках экспертов, его пейзажам вечно не хватало каких-то незначительных на первый взгляд, но совершенно фатальных с точки зрения суровой реальности деталей. Упершись в потолок своих возможностей, наш герой уподобился мифическому царю Сизифу. В том смысле, что долгими годами упорно катил неподъемный камень творческого потенциала на Олимп пастели и пасторали, на вершине которого и так уже было тесно именитым итальянским, немецким, испанским, голландским современникам. На горизонте маячил 40 лет жизни. Все то, что начиналось как триумфальное восшествие новой звезды на небосклон французской живописи, постепенно превратилось в рутину крепкого середнячка. И быть бы месье Домергу лишь метеором ярко, но кратко близнувшим на небосклоне большого искусства, если бы не счастливая случайность, а быть может быть как раз наоборот, четкая закономерность. Судить об этом каждый волен по-своему. В 1920 году, между прочим, незадолго до того, будучи удостоен золотой медали на международной итальянской выставке живописцев, наш герой устраивается на работу гламурный «Паризен». Редакция ждет от него эскизов модной одежды и аксессуаров, замысел которых должен созреть в результате сотрудничества художника с ведущими мировыми кутюрье, но получает нечто гораздо более ценное и глобальное. Окунувшись в мир ослепительных красоток и светского шика, Жан Габриэль внезапно очутился в роли человека, обнаружившего, как это принято говорить, рояль в кустах. Его горячий нрав и опыт завсегдатая столичных кабаре вошли в творческий резонанс с многолетним архиупорным трудом по оттачиванию живописной техники и вновь обретенным статусом завсегдатая модных показов, гламурных раутов и приватных вечеринок. В итоге муза природных красот забилась в дальний угол, а на сцену уверенной походкой леди Вамп вышла муза пин-апа. Строго говоря, он стал родоначальником этого жанра. Невесомо изящные или страстно утонченные, нежные до хрупкости или манящие до головокружения большеглазые прелестницы, никогда не оставлявшие маэстро равнодушным, пришли на помощь его карьере и буквально подарили билет в историю. И он в полнейшей мере воспользовался своим вторым шансом, посвятив все свое творческое рвение и профессиональное мастерство картинам, которые можно заглавить общей синтагмой – признанием любви парижанкам. Успех был стремительный и ошеломляющий. Пикантность,
беспрецедентная смелость и в то же время несомненная художественная ценность легкого жанра покоряют сперва Париж, затем всю Францию, а после триумфально шествуют по миру, без боя захватывая города и страны. Словно само время повернулось вспять и давно забытый культ вавилонской богини женской красоты и нежного соблазна Иштар возродился во всей своей несравненной красе. Чтобы успеть напомнить суровому 20 веку, все ближе подходившему к страшной пропасти мировой бойни, о том, что мир спасется лишь красотою и ничем иным. Впрочем, мы отвлеклись. Итак, ему позируют Бриджит Бардо и Джина Лобриджида. Обзавестись портретом его работы становится тождественно официальному получению статуса светской львицы. Его местом жительства становится роскошная вилла с парком, где жена художника, между прочим, весьма одаренный архитектор, создает чудесные композиции из приобретенных по такому случаю античных статуй и искусственных водоемов. Звания, награды и, как венец карьеры, присвоение звания кавалера ордена почетного легиона. Такова была сила часто критикуемого, многими отвергаемого, а зачастую и порицаемого французского пин-апа, у истоков которого стал наш герой. Что ж, да будет так. Ведь у по-настоящему большого мастера обязаны быть по-настоящему авторитетные оппоненты. Ну а мы просто зовем вас еще раз окунуться в фантастический мир работ месье Томерга, повторив про себя извечное «Шершель ла фам».